Вопрос следующий. Вот вы встречались в парламенте с руководителями страны, в правительстве, в Министерстве иностранных дел. Поднимали ли вопрос, связанный с историей с Константином Федоровичем Затулиным? Безусловно, мы на всех встречах поднимали вопрос, связанный с Константином Федоровичем. Мы являемся коллегами, оба являемся первыми заместителями председателя комитета по делам СНГ. И договорились, учитывая вот то, о чем мы в предыдущем, вот ваш вопрос по поводу укрепления парламентской составляющего, безусловно, эти вопросы должны быть урегулированы. И надо сказать, что мы обсудили этот вопрос, и надеюсь, что сейчас этот вопрос находится в проработке. Я уверен, что мы в ближайшее время снимем все эти вопросы.